Мучо, босс. Сегодня мы с вами первый раз строим тайкун на моем канале, да. Тайкун тропического острова. Да, ребят, решил с вами тайкун построить. Не знаю, на сколько частей растянется, но думаю, на несколько всего лишь. Итак, мы с вами заходим и начинаем наш тайкун. Так, у нас бесплатно. Что-то бесплатно. Ага, столы. Бесплатно. А, это аэропорт, я понял. Да, это аэропорт сначала. Так, здесь деньги забираем. 20. За 20 покупаем стену. Так. За 100 тоже стену покупаем. Дальше за 80. А, у меня нет еще 80. Вот здесь за 20 покупаем вот такой проходик, или я не знаю, что это такое еще пока что. Так. $120. Так, давайте тут купим. Ага. Еще второй. За 120. О, ковер. $180. Сиденье. Диваны, то есть, со столом. Так, тут что у нас такое? Тут у нас что-то, какой-то закрытый проход. Непонятно. Так, ладно. О, уже 200 у нас зарабатывается. Нормально. Так, третий. Третья стойка регистрации. 300 уже. Хорошо. Так, стена. Давайте. Давайте на улице купим что-нибудь. Так, за 70. Фонтан. За 100. 80. Арка. А, нет, не арка, это крыша возле аэропорта, да. За 250 тоже что-то. Ну да, похоже на тропический остров, даже аэропорт. Вот с такой крышей прям. Как будто из бамбука. Так. Напоминает аэропорт этого Сайпана немного. И Саньи. Да. О, уже 1000. Так, это у нас за робоксы. Этого нам не надо. Стена. Значит, у нас сейчас пока что аэропорт только. Двери. За 0 что-то. А, нет, за 60. Не за 0. За 60 вот такая дорожка. За 1200. Так, дорога машинная. Да, двери автоматические. За 300. Угу. Второй этаж уже пошел, ребят. Строим, строим, строим. Перила. Здесь что за? А, это освещение, да. Освещение. Так. У нас, наверное, да, на той стороне у нас. За 450. Стены. За 280. За 350. За 350 только цветок. Даже стена меньше стоит, чем цветок. Это, наверное, очень... редкий цветок. Так, у нас там что? О, лагать начало. Так, 10 тысяч бейдж набрал. Так, отлично. Надеюсь, уже половина аэропорта готова у нас. Так, вот потолок, да.
О, красота сейчас прям такая стала. Да, прям красиво, ребят. Ай, лагать ничего. Так, что я сейчас сделал? Не знаю, что я сейчас сделал, но какой-то этот значок. Ну, знак. Знак. Сайн это знак. Ой-ой-ой, удачи. Что у нас дальше там? Наверное, на улице уже, да? Что-то. Да, на улице появилось у нас. Так. Машина. Круто. Тут у нас что? Тут-то, тут убрать вот эти вот ограждения. И дорога дальше. Вот прям далеко идет дорога. Берем деньги. И там сразу что-то можно купить. Надеюсь, мне хватит сейчас на это. Так, там уже море видно, смотрите. Да, море. Значит, тут прямо пляж будет. Прямо возле аэропорта. А, ну да, такое же бывает. А, нет, это еще не пляж, это еще... Тут еще дальше дорога идет. Не знаю, что это. Ой, придется долго опять сейчас ходить тут туда-сюда. Что бы сделать там можно было? Банкомат. Может, здесь все-таки можно что-то еще сделать? Или уже нельзя ничего? Или уже здесь все сделано? Нет, ну здесь двери нету. На выход. Здесь заколочено. Она же должна убираться как-то. О, ребят, сейчас придется ходить далеко-далеко. Туда-сюда. Так. Кого-то, смотрите, там много. Даже 115 тысяч уже. Нормально развились. Так, тут стоянка какая-то. Дайте мне уже сделать банкомат. Здесь. Так, смотрите, там острова есть какие-то тоже. Значит, когда мы делаем самолеты, может быть, туда, наверное, отправиться. Так, 750. О, о, тут какой-то тоже. Не знаю, что это такое. О, наконец-то банкомат здесь поставили. Спасибо огромное вам. Это, наверное, этот пост спасательный. Наверное, не знаю точно. Но мне кажется, спасательный пост. Так, тут двери так открываются. Обычно. А, еще не хватает. Или все-таки нет? Нет, это какой-то ресторан, похоже. Если тут рыба заморожена... Ну, посмотрим, короче, когда сделаем. Так, давай. Да, это какой-то ресторан. Что у нас на улице есть? Что мы можем построить? Ничего пока что нету. Ой, ребят, лагать ничего прям. Две тысячи нам нужно. Мы сейчас будем набирать. Давай. Вот, все, 2000. Да вы правда издеваетесь, ребят? Ну почему так дорого все стало сейчас? На улице ничего нельзя сейчас купить. Ой, как лагает, ничего вообще. Ничего на улице не купим. Нужно будет ждать, пока накопится. О, уже нормально. Нет, 3000 нужно. Ой, так. 600. Быстрее деньги накапливайтесь. 3000. Потом 7000.
А, 3500. Ну все. И что, один такой вот чувак, его нанять это 3000? Давай, 2500 нужно. Все, 2500. Смотрим, что это такое у нас. О, наконец-то на улице появилось. Что можно купить тут? Ай, лаги, лаги, лаги. Давайте посмотрим, что там есть у нас. Но видно, не очень дорого. А, нет. 4 3 тысячи. А, у меня красный. Я понял, у каждого свой остров. У меня красный, оранжевый еще есть, желтый, зеленый, голубой или какой-то, наверное. Не знаю, какой. Точно. Синий, фиолетовый, розовый. Так, уже 5000 у меня накопилось. Там еще что-то есть. Посмотрим. О, гаражи какие-то. Тут у нас за 50000, ребят. Ну, вообще, конечно, за 50000. Ай-яй-яй-яй-яй, лаги, лаги, лаги. Так, пойдемте за 3 покупать. Ой, мы же за 3 купили, нам за 4 нужно, да. За 4. Освещение. Где это освещение? А, вот здесь. Ну, за 50000, ребят, это вообще, конечно. Это долго копить буду. Мне нужно 7000, чтобы нанять еще одного рабочего. Один рабочий 7000. Вот так. Ну, конечно, красиво. Красиво с освещением здесь. Поплавать можно? Да, плавать можно. Только что-то как-то поднимаюсь слишком медленно. Даже, наверное, не могу подняться. Ребят, я, походу, застрял в этой фигне. В воде в этой. Давайте умрем. Переродимся. После аэропорта, да. Так, возьмем машинку. И поедем. С вами. О, тут еще что-то есть. Интересное такое. Не нужно мне ваши валюты. Там что-то купить можно было, но сейчас мне вот это место нужно больше. Все. Все, выхожу и идемте покупать. Восемь тысяч сразу. Офигеть. А где 7? А, конвейер. Не конвейер, а вот такая вот. Не знаю, что это такое. Ну, что-то там с рыбой делается. Внутри него. Так. За 10 уже. Ну, ребят, это вообще, конечно, много-много. У меня только 3. И то медленно накопляется. Нужно бы посмотреть, что там еще дальше. Мне кажется, там также будет 40 где-то тысяч, может быть. А, нет, 800 всего лишь. И что же это за 800? У-у-у. Нормально, ребят. Дешевая. Дешевая. Домик какой-то на пирсе.
Сейчас мы наберем денежек и купим там много чего дешевенького. Всего же за 900, за 800. Так, 8 тысяч у нас. Идемте туда. Так, ну, мне кажется, или уже утро настроил, да? Или мне кажется? Нет, мне не кажется утро. Так, это уже не очень прям не очень прям дешевое. 1800 уже. Нормальненько, ребят, мы тут с вами. Так, а здесь уже нам не хватает с вами. Здесь у нас 10 тысяч уже пошло. О, появилось здесь что-то интересненькое. За 2000. Там что-то тоже появилось. 9. Сначала тут купим. Ай-яй-яй, лаги какие. Три тысячи. Тоже пикс какой-то. Пять миллионов. Да, это какая-то лодка прям хорошая такая будет. Наверное. Так, бочки. За 3000. Нормально. Ай-яй, какие лаги. 8000. Пойдемте туда на пилс. Там у нас и по 1000. Ой, по 2000 я видел. Что-то есть интересненькое. Вот здесь что-то. А, нет, это за 10, поэтому вот здесь вот. Да, в домике что-то еще есть. Наверное, это рыболовный домик. Ну да. Тут у нас сзади ничего интересного. Да, тут у нас ничего. Ну, может быть, там что-то недорогое за 10 тысяч. Не-а, 50. Так. Ладно, ребят, будем заканчивать первую часть нашего прохождения нашего тайкуна. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте звонить колокольчики. Ну и всем пока, ждите вторую часть.